Погляди, какое небо, а на нем луна и звезды. По нему бы на коне бы. Может быть, еще не поздно. Без седла и без уздечки, но скорее, ну смелее. По пути, который млечный, до звезды, что нет светлее. 2 сентября отмечает свой день рождения замечательная вологодская поэтесса, член Союза писателей России Ольга Александровна Фокина. Сердечно поздравляем вас и благодарим за творчество. Всегда ваша централизованная библиотечная система города Вологды и я, Оксана Красовская.